Всем привет, ребятки! Решил, короче, запилить видео в честь тысячи подписчиков, так сказать, да? Вот даже не знаю, что и говорить, честно говоря. Но я же просто не раз это, по-моему, говорил, буду повторяться, да, то, что я, честно говоря, не ожидал никогда такой отдачи. И, честно говоря, мне даже в голову как бы не приходило, что у меня когда-нибудь будет 1000 подписчиков, да, реально, даже просто в голову не приходило. Я там верил в 100, там в 500 верил, но в 1000, честно говоря, как-то, когда я только начинал, я даже особо и не верил. И вот, тем не менее, есть наша первая 1000, плюс то, что они, в принципе, дальше продолжают набавляться, и то, что меня вообще радует, то, что, в принципе, растут просмотры, растут как бы все рейтинги, да, потому что, в принципе, у меня и доходы растут, там, ну, опять-таки, там, бешеных долларов я, естественно, не зарабатываю, да, но все равно все как бы растет, причем растет практически каждый день, это, несомненно, меня очень сильно радует, конечно же, да, и это еще плюс то, что я, в принципе, нормальную рекламу так до сих пор не покупал, я как бы рекламируюсь своими вот этими старыми методами, да, там, как бы, я первую свою рекламу куплю, наверное, вот тут так планировал, только где-то через месяц или даже через два, и то я буду ее пока что покупать у таких же каналов, как и я, то есть у весьма там посредственных, там, у которых будет 1000 подписчиков или и того меньше, и то есть, соответственно, там вот тоже особых таких ростов оно вряд ли даст. А просто топовые каналы меня пока что, во всяком случае, игнорируют, да, я там обращался к некоторым, но ответа не пришло, либо приходили отказы, то есть не знаю почему, может быть, у меня какой-то некачественный контент, или просто они не работают с начинающими, так сказать, да, ну, неважно, собственно, в принципе, мы и так нормально развиваемся помаленьку, да. Ну, останавливаться я, естественно, не собираюсь, в принципе. У меня сейчас планы вообще какие? Сначала купить компьютерный столик, потом камеру, чтобы делать там обычные видосы, да, там типа, ну, из моего города, там, из моей жизни. То, что у меня была беспеку камера, при том, что я ее покупал, в принципе, недавно, но я ее разбил. Ну, там, пьяный был, ну, неважно, собственно, да. То есть, надо будет сейчас купить новую камеру, потом, короче говоря, думал купить себе уже топовый микрофон, там, где-то в конце осени, начале зимы, да, там, реально, какой-то офигенный уже микрофон купить, чтобы уже не париться со всеми этими драйверами и прочей нечистью, что называется, да. Ну, а потом, наверное, помаленьку копить деньги на новый комп или там на апгрейды к туху компа и копить деньги уже на такие большие, серьезные рекламы, чтобы как бы развиваться дальше. Ну, а вам, естественно, чувачки, я очень сильно благодарен, особенно тем, кто был со мной с самого начала. Там очень много ребят, да, которые прямо с самого начала были с каналом, до сих пор с ним. Плюс то, что несмотря на то, что я пропадал практически, сколько там, год я пропадал или полгода, я уже извиняю, ну где-то около года я пропадал в общей сложности, по-моему, да. Плюс то, что каких-то особых вестей-то ведь от меня не было, и тем не менее ребята не потеряли веры. Я же вот именно, наверное, самая большая благодарность, но вообще, конечно, благодарность всем, да, то, что, в принципе, вот уже нас 1000 человек, в принципе, группа у нас ВКонтакте очень такая, в принципе, нормальная, общительная, да, там весело, не скучно. Как бы вот, короче, наше Ктулху общество растет и развивается, да, вот прям как в Готике, помните, там Братство Спящего всегда пропагандировало, да, братство росло, развивалось, короче, приходили все новые и новые адепты, и вот у нас как бы прям точно так же. В общем, я реально счастлив, купил себе этого сидра, короче говоря, Сомерсби яблочного. Сейчас наколдычу сидра, потом пойду, наверное, покупаюсь, помою голову и буду смотреть футбол потом, финал, да? Евро, короче, буду за португосов болеть. Ну все, короче, чуваки, вам респект, спасибо, буду пытаться там дальше развиваться, ну и так далее и тому подобное. Ну и вы там по возможности, если что, там помогайте, как, кто как может, да, там, кто там рекламируете, кто-то там товары скидываете, кто-то там еще что-нибудь там, кто-то там даже идеи, допустим, скидываете для видосов, там есть ребятушечки, которыми там идеи для мувов, для Ктулху видосов скидывают, то есть тоже, да, не стесняйтесь, то есть скидывайте, если есть какие-то такие идеи интересные, то почему бы и нет. Всегда буду рад. Единственное, что, конечно, под вопросом будет, когда я буду выпускать эти видосы, да, потому что у меня у самого блокнот весь исписан в идеях, которые нужно еще реализовывать, а времени, в принципе, не очень-то и много. Но, тем не менее, естественно, все равно я буду пилить все видосы, то есть и ваши тоже, то есть если идея же стоящая, то, несомненно, видео будет выходить рано или поздно. Ну все, чуваки, короче говоря, спасибо вам большое, низкий уклон. Я вам, как всегда, благодарен за просмотры, за подписки, за лайки. До новых встреч, пока!